Ничего общего с элитными напитками, кроме этикеток, экспертиза не обнаружила. Специалисты установили, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, которая по крепости и составу не является ни водкой, ни коньяком. Общая стоимость произведенной жителям Смоленска немаркированной продукции составила более 800 тысяч рублей. Следственной частью Следственного управления МВД России по Смоленской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 5 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и или нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». За совершение преступления подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Десна ТВ.